Как составить налоговую декларацию? В какие сроки нужно заплатить имущественные налоги? Какие льготы есть для физических лиц? Об этом расскажут на Дне открытых дверей в налоговой инспекции 9 и 10 ноября. Срок подачи декларации о доходах и имуществе до 1 декабря. Уже сейчас лучше узнать все тонкости налогообложения. Специалисты налоговой службы ответят на вопросы об имущественных налогах и налоге на доходы физических лиц. Также желающие смогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ФСН. При себе нужен паспорт. Мероприятия пройдут 9 ноября с 9 утра до 18:00 и 10 ноября с 10 часов до 15 во всех территориальных налоговых инспекциях.